Она действительно боролась, хорошо играла. Понятно, радость Маши. Не ожидала, я думаю, она. Особенно после победы в первом сете со счетом 6-1. Такого активного сопротивления. Ну что ж, заслужила. И в следующем круге она встретится с Донной Векич, которая довольно легко одержала победу над Катериной Бондаренко в первом круге 6-2, 6-4.